Друзья, всем привет! 23 марта состоялось долгожданное событие, которое мы так долго ждали. Прошла презентация нового маркетинга Boombox. Давайте разбираться, чем на этот раз удивили админы. С вас лайк и комментарий, с меня коротко и без воды. Перед админами стоял ряд непростых задач, которые необходимо было решить. Одно из возражений – семиместный. Как по мне, так это дело вкуса, кому как нравится. Работая по стратегии треугольника, семиместка легко превращается в бинар, поэтому бояться здесь нечего. Но были и те, кто не пошел. Поэтому основная задача при создании маркетинга Boombox была направлена на то, чтобы сделать столы короткими. Так админы и поступили. Но в сравнении с другими проектами Boombox можно выйти без убыток уже с первого стола, даже с первого партнера. У конкурентов первые выплаты в бинаре обычно начинаются только с третьего стола, а значит с 12-го приглашенного. Отдельная благодарность админам за то, что при прохождении маркетинга Boombox мы получаем круглую сумму в 1 миллион рублей. И да, эта сумма приходит к нам ровно такой, как я сказал. Она не складывается из вознаграждений с пройденных столов или реферальных вознаграждений, как это было в ProfitBox. Перешел в 6-й стол, закрыл место с выплатой и 1 миллион твой. Далее на заработанные деньги покупаем 2 билета. Один себе, один жене. Себе на Мальдивы, жене в деревню к маме. А если теща живет неподалеку, считай еще и сэкономить. Еще один важный момент — это переливы и связь между двумя маркетингами — ProfitBox и Boombox. Теперь это настоящая экосистема. Еще одно возражение в маркетинге ProfitBox — это управляемые клоны. Это давало возможность куратору обойти пассивного партнера. В Boombox клоны будут автоматически, так что всем обязательно достанутся. Маркетинг разбит на три этапа. Если в ProfitBox это был green, blue и red, то здесь это бронза, серебро и золото. Площадки связаны друг с другом переливами в виде клонов. Boombox бронза. Стоимость 500 рублей. С первого партнера вы получаете выплату в размере 500 рублей. Сказать, что это круто, это ничего не сказать. Ни пол Китая, ни 10 человек, а всего лишь один партнер. И это на самом деле так. Причем здесь не обязательно начинать движение с первого стола. Вы можете купить абсолютно любой стол и начать движение, например, с третьего или пятого. Это еще одна крутая фишка данного маркетинга. При этом появляется место для маневров относительно стратегии входа. Подробнее о стратегии мы поговорим в следующих видео. Следующие два партнера в первом столе идут в накопление для перехода во второй стол. Второй стол бинарный. Стоимость 1000 рублей. Этот стол накопительный. Третий стол. Стоимость 2000 рублей. Как только под вас встает один партнер, вы получаете на вывод 1000 рублей. 3000 рублей идут на переход в четвертый стол. Четвертый стол бинарный. Стоимость 3000 рублей. Этот стол, как и второй, накопительный. Пятый стол. Стоимость 6000 рублей. С первого партнера 1000 на вывод. Со второго партнера мы получаем 2 клона в первый стол. 10000 рублей идут в накопление для перехода на следующий стол. Шестой стол. С первого партнера 10000 рублей на вывод. Со второго партнера 6000 рублей куратор. 5 клонов в Greenbox, площадки ProfitBox. 4 клона в первый стол, Boombox, бронза. Этот стол, как и первый, тринарный. При закрытии третьего места вы получаете реинвест в этот же шестой стол. Чтобы легче было понять, дадим партнерам имена. Итак, вы переходите в шестой стол. Под вас стоят ваши партнеры Вася, Петя и Маша. Как только Маша переходит к вам, вы получаете реинвест в виде клона, который автоматически встает под Васю. При этом Вася, так же как и вы, получит 10000 рублей на вывод. Далее, после того как у вас закроется ряд с Васей, Петей и Машей, под вашего клона также автоматически встанут другие ваши партнеры. При этом вы также получите на вывод 10000 рублей. Ваш куратор получит 6000 рублей. Вы получите тех же клонов в Greenbox и бронзу. И еще один реинвест. Все это даст огромное движение во всей экосистеме. Подведем итоги. Ваш вклад составил 500 рублей. С первого партнера ваши 500 рублей вернулись к вам обратно. После прохождения шестого стола, в общем, вы получаете 12500 рублей на вывод, 6000 рублей куратор, 6 клонов в бронзу в первый стол, 5 клонов в Greenbox 1 и реинвест в шестой стол. Движение структуры в следующих этапах аналогично в бронзе, но чем выше уровень, тем больше бонус. За прохождение уровня Gold вы получите не 12500 рублей, а целых 1250000 рублей. В описании к этому видео оставлю ссылки на все необходимые материалы. Изучайте, принимайте правильное решение. За прохождение всех столов и уровней вы получаете все то, что видите на этой картинке. Только представьте, какое движение будет происходить одновременно в ProfitBox и Boombox при продвижении партнеров по всей структуре. Оба этих тарифа идеально дополняют друг друга. Есть автоматическая расстановка клонов и
партнером, но также есть возможность ручной покупки клонов для более быстрого продвижения по структуре. Далее будет добавлена возможность просмотра цепочек, поэтому вы сможете точечно определять, куда вам поставить клона, чтобы понять, какое движение это даст вашей структуре и что вы за это получите. Движение структуры осуществляется автоматически сверху вниз, слева направо. Для пассива здесь уже все намного интереснее, так как за счет автоматической расстановки ваш куратор уже не сможет вас обойти. Старт планируется на 19-20 апреля. Расстановка будет происходить с сохранением всех реферальных связей по линии. То есть, сначала система расставит вас, далее вашу первую, вторую, третью и так далее линии, при условии, что у вас куплены соответствующие столы. Если нет, то ваши партнеры пойдут к вышестоящему. Например, если ваш партнер купил серебро, а вы нет, то он займет место под вашим вышестоящим купленным столом в серебре. Надеюсь, вы понимаете, что пропустить такое просто нельзя. О том, как пополнить личный кабинет, мы говорили в прошлом видео. В следующих видео разберем этот вопрос более детально. Если нет времени ждать, тогда к куратору, да и вообще по всем возникающим вопросам сначала к нему. А сейчас немного отзывов и эмоций партнеров после презентации Boombox. Маркетинг просто бомба, да вы и сами уже это поняли. Всем спасибо, если остались вопросы, пиши. Ссылки для связи со мной оставлю в описании к этому видео.